Новый фильм Салбона Лыгденова «321-я Сибирская» ищет поддержку по всей России. Авторы уже заручились помощью киностудии «Ленфильм» и Министерства обороны. Однако для того, чтобы проект бурятского режиссера был доведен до логического конца, необходимы источники финансирования. В среду, 15 июля, в Бурятской филармонии состоится телемарафон, где продюсеры надеются найти спонсоров и меценатов для создания военной драмы. Создание такого фильма требует достаточно большого объема средств. По нашим приблизительным оценкам это порядка 100 миллионов рублей, да, но в зависимости вот от содержания фильма здесь цифра может корректироваться. Вот. Но для того, чтобы развивать именно тему народного кино, да, а мы понимаем, что тема 70-летия Победы и вообще Великой Отечественной войны, она касается каждого из нас. У каждого в роду были бабушки, дедушки, кто-то работал в тылу. Помимо телемарафона состоится кастинг актеров. Отмечу, съемки картины стартуют в августе. Будут задействованы операторы из Республики Саха. Выход фильма в прокат планируется на 2017 год. Добавлю, телемарафон состоится в 18:30. В рамках встречи запланирована презентация проекта Салбона Лыгденова, фотовыставка и выступление артистов.